Всем доброе, прекрасное утро. Погода замечательная. Солнышко, тепло. Просто замечательно. Ой, хорошо. У нас сегодня как бы семейный праздник. Ну, как семейный, просто давно не виделись. Встретимся, пообщаемся. Правда, не все. С нами не будет еще Ани, племянницы с мужем. Ну, они в Киеве. Но мы им будем вспоминать добрым словом. А я пришла на огород, хочу на луку зеленого. Он еще кое-где есть, на салатик сейчас нарву себе. Вот. Видите, кое-где еще не померз. Сейчас нащипаю. Так, у нас подготовительные работы. Палим, будет шашлычок. Веток у нас в этом году много. Это когда крышу делали, орех обрезали. А что это у нас, шашлык на орехе будет, чи что? Никого нету. А, абрикосы. Сначала орех, а потом абрикосы. Понятно. В общем, готовимся встречать гостей. Так, ну что уже? Близится момент. Ну, какие шашлычки. Жар уже готов. Ну, сейчас Димончик будет выкладывать. Что, не умещается, Дима? Ну, поснимай по одному, потом лучше это. А как ты его будешь жарить? Дима, давай это. Ой, ой. Мое дело было понапихать, чтобы мясо вместилось. Сейчас оно жарится. Подтянется. Да, а ты их просто, Дима, это вот стяни мясо, оно стянется еще. Стяни, а потом распределишь, если что. Все нормально. Ну все, процесс пошел. Процесс пошел, а я пошла дальше работать. А вы тут, чтобы были вкусные. О, приехали, ура! А я думала трохи позже. Привет! А, вы уже отвыкли от камеры? Улыбаемся, вас снимает камера. Привет всем! А я что-то думала, что вы будете трошки позже. Прощайте. 20-й. Дайте вас обниму. Це я бачила цю вже краса. Я вас вже 2 місяці не бачила. Здрасте. А ну, що тут уже? Проаналізуємо ремонт такий. Здравствуйте, да, подписчики, хоча... здравствуйте, зрителі. Не бачила тебе 100 лет. Я ради этого дела побрился. А у меня есть фотография, где ты с усами. Мне так нравится в халате. Я оставила себе. Ну, пойдемте. Я что-то думала, что чуть-чуть позже вы будете. Ну вы молодцы, молодцы. Молодцы. Заходите, не стесняйтесь. Что там шашлычок? Дай хоть загляну. О, уже почти готов. Да практически все хорошо. Ой. Ну заходите все, что вы. На стол. А, ну и яблоки тоже сейчас сделаем. Сейчас уже собрались. Да, все голодные. Да. Так, ну вот такой стол получился. Такой скромненький. Скромный стол. Очень скромный. Да, скромный стол. Одна капуста. И такая. Ну, шашлычок, картошечка, суши. А где вино? Ага, не видно вино. Сейчас будет. Все, все в ожидании. Сейчас будем садиться уже кушать. Направо, Таня. Все, посидели, покушали. Идем проветриться. Такая погода хорошая, замечательная. Что ж его сидеть? Надо немножко растрясти калории. Ну, что-то никак. Идут они или нет? Идут потихоньку. Ну, пойдемте и мы. Тихо, тепло. Замечательно. Сейчас будем снимать осенние пейзажи. О, нашли улицу какую-то подпольную. Смотрите. С одной стороны, можно сказать, посадка. С другой стороны, люди живут.
Так интересно, я тут никогда не было. Собаки лают. Ой-ой-ой. В общем, гуляем. Узнаем местность. Такая дорога. Никуда. Не, наверное, в куда-то надо. Мы дойдем до конца, посмотрим, что ж тут такое. Вот все идут. С этой стороны посадка уже. Вроде дома закончились. А нет, вон еще видно. Еще видно, есть тут дома. Люди начали строиться. А потом начались года такие, что тяжелые. Ну, кто построился, кто нет, а так... Наверное, тут все раскуплено на участке, просто пара заросшая. Только кто-то, вон, видите, вдалеке дом стоит. Как-то так непонятно тут все. Шиповник. А, да нет, это не калина. Да нет, это тоже шиповник. А, это боярышник, наверное. А что? Сейчас гляну. О, это шиповник, Люда. А ну. А, не. Да нет, это боярышник. Что? О, тут ребенок погуляет. Ой, все уже посохло. Видите, уже зелени нету. Все сухо. А тут борьба, борьба. А где наши мужчины? Что-то они там нас сзади обсуждают что-то. Вот такая вот местность здесь. Саванна. Саванна. Не хватает только жирафов тут, чтоб ходили. Ой, вот мы вышли к полю. А что на том поле выращивали, не знаю. Убрали уже. Это ж живу на окраине города. Посадка, а теперь вот такое поле. Видите? Красиво, да? Простор такой. А вон дальше, если видно, там шахта. Карьер, отвалы. Тут кучи такие, кучугуры. Отвалы, насыпи отработанной породы. Все рядом. Тут там отвалы, а тут поле красота. Что там было? Сейчас посмотрю, что они там выращивали. Что они тут выращивали? А непонятно. Пшеница, наверное, была. Потому что как солома. Как солома. Пошлите вдоль посадки. Я думала, вдоль той посадки. Оказывается, вдоль этой посадки надо идти. Сейчас будем идти. А? Да нет, уже осыпалась. И оно попрорастало, может, поздно это. Или, у нас, или ты думаешь, что оно... Ну, оно было как-то бы переорано, а тут, видишь, солома, и из-под соломы растет, непонятно. Переораном же ж было. Вообще не знаю, я не агроном. Культивировано просто. Так точно, я не агроном. Ну, что-то растет, да, зеленое, что-то повсходило. Мы же нарочно оставили, чтобы влагу держало. Сильно не переоривали, потому что сухо. А наши
ребята пошли смотреть на курган. Вон такой курган, а я не пошла. Мы сняли это уже. Курган уже сняли? Да. Ну, я еще трошки сняла. О, зашли, какую местность мы. Даже связи нет с городом. Вышки не достают. А мы идем по над полем. И кто знает, куда уже дошли. Назад уже далеко возвращаться. А вперед еще неизвестно, сколько идти. Ну, надо растрястись чуть-чуть. Шашлычки, суши. Надо трамбовать. А наши мальчики до сих пор на кургане. Изучают историю родного края. Да никто их не похитил. Ой, что все шли и шли, позаморились уже. Дебри какие. А это я, тень моя, сижу на пенечке. А наши мальчики, юные историки, все еще на кургане. Тут красиво, вот какая дорога красивая. Люди на велосипедах ездят, гуляют. Надо им какую-то дорожку, а они поехали в другую сторону. Все залито солнцем. Смотрите, как красиво. Ой, мы уже хорошо погуляли, мы уже почти час гуляем. Уже немного растряслись. Мы уже готовы к сладкому столу. Федя, готовы к сладкому столу? Да. Да. Наконец-то мы вышли с посадки. Ух, на цивилизацию. Вышли на ноток, ветер поднялся, холодно так стало. Уже хочется горячего чайку. В общем, бежим домой. Вот мы и дома. А тут у Сей Павлович трудяшка. Заходь-то и до нас, Павлович. День рождения. Ну просто давно не бачилися. День рождения у Димы було ще на той неділі. Я не знаю, що ти мені там все фіксуєш. Що ви фіксуєте все? Понятно. Это самое. Это Росташка, это же последний удар. Понятно. Пішли ми, Павлович, бо позамерзали, полтора часа гуляли, замерзли, як суцики. Пошли, а по посадки. Ой, все, полтора часа погуляли. Чось так замерзли, вже назад ішли, вже похолодало. Туди йшли, було тепленько, а назад вже вітер. Уже все, осень. Ой, слышите, кричат. Встречают. Ой, 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 ох, и крикливые. Я как всегда. Пока не съедим, ничего не снимем. Поели торт, теперь думаю, надо же было снять, хоть показать. Ну ничего, у нас вон еще один лежит. Так что, еще все впереди. Все притихли, как обычно, когда я снимаю, перевариваю. Все, праздник закончился. Спасибо за угощение, за прием, до свидания. До свидания. И вы представляете, уже как темно. И только аж 5 часов, да? Это сейчас не темно. 5 часов и уже... Считай, все, перевели часы. Ну, в общем, так, все, поехали мои замечательные гости. Побыли, посидели, пообщались. Спасибо им большое. В общем, вот так, девочки, закончился мой день. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. А мы с вами прощаемся до завтра. До свидания всем. Да. Всем до свидания. Вот видите, ничего не видно уже. Фонарь горит. 5 часов.